история создания Азербайджанской государственной филармонии – яркий пример того, как взаимовыгодно слились культуры Востока и Запада, а само здание иллюстрирует синтез архитектурного и музыкального искусства. Истоки Азербайджанской государственной филармонии восходят к началу XX века. В 1910-12 годах в самом центре Баку, на углу Николаевской и Садовой, появляется изысканное здание, отлично дополнившее окружающий архитектурный пейзаж. Примечательно, что за вдохновением для проекта архитектора Терми Белова заказчики командировали Монте-Карло. Вернувшись, архитектор материализовал увиденное и создал удивительное здание, похожее на итальянский дворец эпохи Возрождения, со множеством террас, изящных веранд и всевозможных декоративных элементов. Впоследствии оно стало важным памятником архитектурного искусства города. В то время оно и называлось зданием общественного собрания, фактически выполняя функции клуба для городской элиты. До 1920-х годов здесь в основном коротали вечера за играми в карты и за рулеточным столом. А после прихода в Азербайджан советской власти азартные игры сменились любителями музыки. А на сцене стали выступать различные ансамбли. Спустя 15 лет, в мае 1936 года, была организована Азербайджанская государственная филармония, а еще через год она получила название в честь известного азербайджанского композитора Муслима Магомаева, деда прославленного советского певца.